Что за проблема? Come on, play! Не мог сказать, что я там симулировал сильно или что-то. Просто поехала нога, но я даже не просил ничего и не жестикулировал к судье, поэтому считаю, что вторая карточка не заслужена. Як устраивно, что я вам сказал уже, что он разумеется? Нет, по поводу этого я могу только сказать, что ему хотелось бы извиниться перед партнерами по команде, перед болельщиками, перед тренером, перед президентом. Ну, я не могу сказать, что я бы прям симулировал так. Просто судья посчитал так, тем более вторая желтая карточка за это, я не считаю, что это справедливо было. Что по матчу скажете? Ну что, Наполи, ну, знали, как они будут играть. То есть большое количество людей в центре очень здорово контролируют мяч. Задача была в пенальтаме как можно больше сделать перехвата в центре поля и играть в контратаке. З 9-ї хвилини грали жовтою карткою. Так, доводилось себе стримувати. Це, вважаю, був мій перший один фол, дві жовті карточки. Не стримував себе, але нічого не мог сказати по поводу того. Здержував, не здержував, я говорю, що один фол, дві жовті карточки. Опущений гол сильно в даній команді? Перший? Второй. Больше надомил первый гол. А чем это по игре? А? А что это счет по игре? Не знаю, что бывает. Пусть разбираются те, кто там в студии сидит по игре. Нам тренера скажут по игре, мы говорим. Единственное, что сказал тренер после игры, то есть похвалил за игру, защиту, то есть и за командное действие. Скажи, пожалуйста, а вы сказали, что первый гол не думал вас. А чему так? Что вы просто думали, что перемагаете? И... Ну, потому что всегда, когда побеждаешь, то есть тебе забивают это чуть-чуть. Ну, лично меня он больше не заменил, чем первый гол. Больше, чем второй гол. Почему, думаю, это не удалось сегодня в очки взять? Я считаю, что одно из ключевых – это то, что удалили. То есть мы играли десятером, было бы 11 человек, наверное. Дебют Цыганкова. Підтримував якось молодого? Звісно. Ну, всі відео, як він футболіст. В тренувальному процесі і виграв за дубль. Тобто, я думаю, що у нас допоможе. Я перелічував, що суперник сильний. Не знаю, вам зі сторони було виднее, що сильний сильний. Чому нам грали, то есть, можна сказати, що вони давали нам грати, особливо, коли ми хотіли грати в пас, то не вийшло. Дякую.